Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно если нужно узнать, как же живется здесь в Турции. Рядом со мной Дина, привет! Привет, Назар! Сейчас я вам расскажу, что вы увидите в этом видео. Почему именно Турция и как здесь оказалось? Продала квартиру, у меня появились деньги. Твое мнение о турецкой недвижимости? Давайте начнем. Вот это наша прихожая, смотрите, какая красивая, светлая. Вот я отсюда вот вижу красивый вид на море. Да, ага. Давайте пройдем. Сколько нужно денег одному человеку для нормального проживания в Турции? Ну, я также в России плачу за однокомнатную квартиру. Как вам турецкие мужчины? Есть щедрые, есть... Что по цене, можешь сказать, сколько тебе обошлась эта квартира? Где-то в пределах 4-5 тысяч. Что бы ты сейчас сделала по-другому? Что бы я сделала по-другому, это я бы лет 5 назад приехала сюда. Дина, огромное спасибо, что нашла время для того, чтобы пообщаться. И сразу первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я вообще из далекого-далекого Забайкалья, город Чита. Вышла на пенсию, переехала в другой город. Почему именно Турция и как здесь оказалось? 2 года назад я первый раз побывала именно вот в Алании и замечтала. Узнала так неожиданно, что здесь могут жить русские люди. Я думаю, боже мой, мне попались киргизы на тот момент, и они сказали, мы здесь проживаем. И где-то вот я замечтала, что я бы тоже хотела жить на побережье моря, но тогда я не сказала себе именно Средиземного, я считала, что это нереально. В прошлом году, вот год назад буквально, я продала квартиру, у меня появились деньги, я была в Сочи, была в Израиле. Но мне понравилось, вот именно понравилось Турция, и потом здесь очень такие доброжелательные люди, наверное, из-за этого. Кстати, вот про людей, вот как ты с ними коммуницируешь, что у тебя вообще с языком, как выучил язык или можно без языка? Нет, здесь, если кто соберется в Турцию, пожалуйста, не бойтесь. Все были удивлены незнанием языка, как ты едешь одна. Все нормально. Я приехала, я, конечно, начала махать с балкона во время коронавируса, я появилась здесь. И сначала русскоязычных, потом поняла, что можно и общаться с турками. Они хорошо понимают русский язык. Все нормально, да, я сейчас изучаю язык, но не то, что я там какую-то программу взяла, я самостоятельно изучаю, но надеюсь, что я пойду на курсы даже, потому что хочу изучить турецкий язык. А чем ты здесь занимаешься? Я бизнес-умен. Я начала заниматься еще в России и переехала сюда. Конечно, я продолжаю. У меня компания, я амбассадор компании iBoomerang. У меня прекрасная миссия, делаю людей счастливее. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, могу вам помочь. Дина, скажи, пожалуйста, сколько нужно денег одному человеку для нормального проживания в Турции? Поездки, одежда, еда, недвижимость, коммунальные услуги? Если брать меня, да, я приехала вообще как бы на месяц, я приехала с минимумом одежды, минимум всяких косметических средств. И я начала все с нуля. Я думаю, что, вернее, первое время я даже подсчитывала, у меня в среднем уходило 20 тысяч. Но это и я покупала и посуду, и моющие средства, и для интерьера что-то для дома там непосредственно. Вот такие вот. На продукты я считаю, что гораздо дешевле здесь жить в Турции, чем в России. Почему я хочу остаться здесь? Потому что здесь экологически все продукты, и цена продукта намного-намного ниже, чем в России. Коммунальные услуги я плачу где-то в пределах 4-5 тысяч. Но я также в России плачу за однокомнатную квартиру. Ну, плюс здесь интернет, да, интернет здесь подороже, чем в России. Вот, ну, в пределах 20 тысяч, я думаю, если кто-то имеет, то это можно жить. Я позволяю себе путешествия, я ездила и на теплоходе, на сафари, ездила в другие города, по Макулебе была, там, на другое море ездила.
Так что я себе полностью позволяю жить даже лучше, чем в России. Я, с твоего позволения, попрошу, чтобы мы потом посмотрели твою квартиру, и мы покажем нашим зрителям, о чем идет речь в плане недвижимости, вот и какие идут платы за коммунальные услуги, пускай сравнят, да, многим это интересно будет. Тогда оставим этот вопрос на чуть попозже, более развернуто. Меня же еще интересует вопрос касательно социализации здесь. Какие у тебя отношения с людьми? Как ты находишь разницу между нашими людьми и вот здесь Турция? Вначале это было немножко, когда мы все сидели дома на балконах, конечно, это было сложновато с кем-то коммуницировать, но тем не менее я нашла соседей, соседнего дома, они из Белгорода, семья прекрасных, Светлана и Олег, мы с ними дружим. И потом потихоньку мне нужен был маникюр, мне нужен педикюр, я начала находить мастеров этих, с ними начала контакты. Потом я вступила в бизнес-клуб, у нас здесь в Алании есть, я там активно участвую, участвовала в субботнике, на всех мероприятиях, у нас есть завтраки. Сама начала знакомиться с турками. В принципе, я утром иду, всем говорю «мираба», улыбаюсь, но потом за мной шлейф такой идет. Дин, расскажи, а как вам турецкие мужчины? Что, какие бывают мужчины в Турции? Много в Фейсбуке очень пишут об этом. Разные мужчины. Есть щедрые, есть скупые. Но мне большую часть попадается очень хороших мужчин. И все, кто попался на моем пути вот за эти 6 месяцев, они мне все помогали. Мужчины дарят цветы искусственные, с любовью в глазах. Кстати, нюанс, да, вот любят они искусственные цветы. Даже вот здесь. Вот. Искусственные цветы. Да, живые везде. Когда я была... Я не знала, что делать в этот момент, когда мне приносят он на завтрак искусственные цветы. Я вижу, что этот человек в восторге, что он нашел эти цветы, принес. И я поняла, что надо принимать их. И вот они у меня сейчас дома есть. А что, кстати, больше всего удивило в Турции, когда приехала? Не скажу, что удивило, но, наверное, вот то, что такой доброжелательный народ, это меня до сих пор удивляет. Когда я возвращаюсь с моря, я до дома очень, у меня расстояние там 150-200 метров, и я иду, наверное, полчаса, потому что с каждым хочет со мной пообщаться. И я предлагаю чай. Вот эта дружелюбность меня очень поражает до сих пор. Дина, скажи, пожалуйста, что бы ты сейчас сделала по-другому? Последнее время, что бы я сделала по-другому, это я бы лет 5 назад приехала сюда. Вот минимум 5 лет назад я бы уже должна была здесь находиться. Вот все. Остальное, вот что я здесь живу, я считаю, что это мой дом, мое будущее здесь, и насколько меня здесь, я не знаю, как сложится дальше судьба. Скажи мне, пожалуйста, твое мнение о турецкой недвижимости. Меня сейчас спрашивают, какие цены. Ну, это цены приемлемы для такого места жительства. Потому что, когда я на ту сумму за 4 миллиона хотела купить в Сочи квартиру, то мне предлагали 27 студий, 27 квадратов. Естественно, я не согласилась. И когда я увидела здесь инфраструктуру, правда, у меня сейчас бассейн не работает, но я знаю, что он заработает, и есть хаммам. Дома у нас стекла моются витражные, подъезд всегда чистый, ну, вы это увидите. Так что я считаю, что недвижимость, не знаю, может, в Испании еще там какие-то есть альтернативы более, но меня здесь это устраивает. Рынок при всем при этом очень насыщен предложениями, риэлторскими компаниями, риэлторами. Вот как во всем этом разобраться человеку, который переезжает сюда? Ну, я свой личный опыт, да, как бы передаю своим друзьям, которые планируют переехать. Я говорю, сначала определитесь, что вы хотите, какая у вас сумма, какой дом вы хотите, какое месторасположение, сколько от моря, какой этаж. Какая площадь, допустим. Вот эти моменты нужно определиться, и тогда легче будет уже сделать выбор. Ну, естественно, нужно узнать о компании, о людях, кто предлагает. Это тоже важно.
Вот я доверилась человеку, который мне написал в Фейсбуке именно о Назаре Давыдова. У меня было несколько компаний, которые, ну, с которыми я сотрудничала, но выбор я все-таки сделала, ну, здесь. Каждый, конечно, как говорится, это же энергетика, это же все равно на расстоянии даже это есть, чувствуется эта энергия. Ну, всем довольны. Я довольна, потому я и с вами здесь сейчас нахожусь. Многие задаются вопросом по поводу приобретения недвижимости в Махмутларе или, например, там в других районах. Вот когда вы просматривали огромное количество вариантов, которые мы вам показывали, вот, наверняка у вас сложилось впечатление о других районах. Вот скажите вот свое мнение про другие районы относительно Махмутлара, к примеру. Ну, я вот, вы знаете, я из тех людей, которые прыгнула в бассейн, не знаю, есть там вода или нет. Вот такая я по жизни, и я много делаю рискованных проектов, которые потом мне приносят только положительный результат. Я полагаюсь на свою интуицию. И когда мы жили в районе Оба, да, все хорошо, но я чувствовала, что что-то я хочу другое. Махмутлар я изначально почему-то рассматривала именно Махмутлар. Не знаю, что меня зацепило в Махмутларе. Возможно, что здесь больше количество русскоязычных. На тот момент я, наверное, где-то, ну, все-таки притяжение было, что нужно быть рядом с ними. По душе все должно, по душе. Если я выбрала квартиру, мне потом куча квартир показывали. Я заходила, когда я третий раз зашла в эту квартиру, и у меня полились слезы. И я сказала, здесь я хочу жить, я здесь вот. Это все на уровне сердца. Я думаю, что теперь самое время пойти посмотреть квартиру, о которой мы уже так долго говорим. Да, приглашаю. А вот и мы, Дина. Привет, привет. Жду вас. Вот, отлично. Как настроение? Проходите. Да. Все нормально. Хорошая погода, отлично. И сейчас, Дин, сразу с полужару, если можно, покажи мне, пожалуйста, квартиру и моим зрителям тоже. Экскурсию. Ну, давайте начнем. Вот это наша прихожая. Смотрите, какая красивая, светлая прихожая. Мне очень она нравится. Когда я выбирала квартиру, для меня это тоже было значимо, что белый свет. Здесь это моя спальня. Ага. Это все только обустраивается, что я не приобрела шторы, но есть жалюзи, пока для меня это достаточно. Ага. Вот я отсюда вот вижу красивый вид на море. Да, ага. Давайте пройдем сразу на море. Смотрите, два балкона, какая красота. Здесь отсюда и оттуда можно зайти. Ага. И, конечно, шикарно. Поразил меня вид, когда я увидела вот это. Это все, и потом другие квартиры я смотрела, и я, конечно, выбор сделала здесь. Вот. Ага. А, кстати, смотрите, вот... какой большой балкон. И тут есть кран? Кран? Да, как... конечно. Вот он, шла, кран. Протянула, поливаю, здесь зарядку делаю, пожалуйста. Можем, да, тут можно. Большими компаниями здесь. Так, давай дальше тогда показывай. Здесь вот это вот можно чайник, вот, ага, ручей пью. Здесь я... принимаю гостей, будем сегодня с вами чай пить. Ага. Такая у меня зал, совмещенный с кухней. Вот кухня. Дин, ну такой вот вопрос, мы вот там на балконе говорили о выборе, то, что ты вот выбирала как раз из-за вида и так далее. Скажи, пожалуйста, вообще, как у тебя проходил выбор квартир? Ну, я-то знаю, но для тех, кто, да, приезжает сюда, будет полезно узнать. Ну, я вообще занималась нумерологией в свое время, восточной нумерологией. Для меня было значимо, какая сторона света, где находится кухня, где будет спальня. Это тоже было значимо. И номер квартиры тоже значил. Когда мы поднялись на этот этаж, и, ну, мы не знали, какая квартира здесь продается, потому что нужно было созвониться. И я сказала, если только эта квартира, тогда это моя квартира, потому что цифра 6 тоже для меня значит и красота, и много-много значит. Вот так вот я выбирала квартиру еще по этим, ну и по цене, и плюс от моря, чтобы это была и не первая линия, тоже я имела так значимость для меня, чтобы не совсем первая линия была, а... Ну, сейчас на рынке очень много всяких предложений. Вот как бы ты посоветовала людям, которые задумали купить квартиру там, для сдачи в аренду или для переезда, вот как вообще выбирать квартиру среди многообразия выбора?
Да, сейчас очень много-много на рынке недвижимости. Нужно в первую очередь найти эксперта. Эксперт, который по недвижимости, я считаю, что это нужно обратиться. Ну вот, допустим, как я обратилась к вам, я осталась очень довольна, потому что уже только эксперт знает, какая компания действительно имеет лицензию, и ее, скажем, популярность, и ее надежность. Надежность это тоже большое имеет значение. И просто так обратиться к какой-то компании, я считаю, что это будет неразумно. Но я определилась, я уже приехала с, как бы, с мыслями, знала, что мне нужно. Вот я вам сказала, какие. Я сразу откинула, допустим, первый этаж не принимается. Первая линия тоже, старые дома тоже. Нужно определиться, что ты хочешь, какой дом, какой, какая площадь, чтобы по деньгам, какая сумма. И вот от этого начинать плясать, можно быстро-быстро. Не надо там год, два, три жить. Вот, допустим, я не сожалею, что я жила там год на квартире и потом бы нашла что-то другое. Мне пока все устраивает и по цене, и по качеству, и море рядом. Вот, а по цене, ну я-то знаю, а хотела узнать у тебя для моих зрителей, ну то что по цене, можешь сказать, сколько тебе обошлась эта квартира? Ну, квартира мне, в общем-то, я считаю, что соответствует качеству и цена соответствует. Потому что то, что мне предлагали за эту цену в городе в Сочи, то там квадратура 27 квадратов. Вы представляете, вот это меньше даже вот этого. Это все нужно было вложиться в эту сумму. Так что я считаю, что цена здесь приемлема. И люди могут переезжать из России именно, даже пенсионеры сюда. Вот так вот. Вот, кстати, сейчас я думаю, нам надо перейти уже к чаю, то мы так сходу зашли и заболтались, так что никуда не переключайтесь, я задам те вопросы, которые вы мне задаете по поводу работы. Мы дошли до пенсионерского возраста, счастливого, когда можно отдыхать и зарабатывать так, как хотите вы, и, по-моему, Дина сможет нам пролить свет на то, как это происходит в ее жизни. Да, как в моей жизни. Правильно говорю? Давайте, чай. Окей, тогда чай.